Итак, всем трем и доброго времени суток. Это канал Лэйзи. Дмитрий. Или не у меня. Если уж тебя каким-то чудом сюда занесло, то поставь лайк, дизлайк, напиши что-нибудь в комментариях. На канал подпишись, видео до конца досмотри. В общем, поучаствуй. Тебе не сложно. А мне приятно, а мне поддержка, а мне мотивация. Счастлив я и доволен. Ну что, бой насмерть. Против нас две команды. И в пятой команде в два раза больше червяков, чем у нас. Мы в жопе. Выхожу не я. Совсем печально. Ну, правильно. Фанки Би. Не пойдет. Да, сэр. Прошу прощения за чавканье. Как бы параллельно запоздал ужин. Вот это правильно. А вот это печально. Наверх залезть сейчас не смогу. Давай уж налево. Вариант, конечно. Можно жахнуть. Это лучше, чем ожидалось. Убит. Пятерку, хорошо. Как я уже сказал, у пятого, у команды пятого уровня в команде, извините за тавтологию, у него, короче, 8 червяков. У меня только 4. Чё знает что? Неправильно встал. Ну, погоди. Бросай. Ну, скиннера таки утопят. Прыжок. А может и нет. Он сейчас, да, граната его снимет. Смотри сюда. Повезло. Сейчас будет ходить скиннер. Ну, погоди. И это проблема, ребят. Да, а зачем я сейчас это сделал? Ой, я дебил. Меня зовут. Не убил. Ламба, зараза. Убит. Чуть-чуть. Смотри сюда. Да ладно.
Стой, падла, ну ты смотри. Ну. Я надеюсь, что не сработает, блин. Возможно. Ламбо, да, Альберто утопит. Черт, обидно. Но потеряли. Вот так. С этим разобрались, товарищи. Бросай. Так, раз, два, три, четыре. Пятеро у нас осталось. Огонь. Хорошая попытка. Так, сейчас ходит скиннер, да? Да, сэр. Так, скиннер. Скиннер. Тебе у нас... Будет вот такая вот идея. Вот так. Ага, первую команду угробили. То есть у нас осталось четверо на троне. Идея была хорошей. Но надо было с другой стороны атаковать. Да вы, блин, серьезно? Нет, ну по-хорошему, да, овцу бы на вас пустить. Честно говоря. Давайте мы лучше 77-го покоцаем как следует. Так, этот сейчас что может? Скиннер может попытаться жахнуть. И он это, сволочь, сделает. Просто идеальный выстрел, падла. Осталось два. Свенчик. Мысли. Весело она там застряла. Не сделал прыжок нормальный. О, как! Смотри, прыжок. Перехват.
Далеко уехал. Ой, далеко уехал. Блин, ну почему? Так, ветер не в ту сторону, хорошо. Неужели попадет? Рисковать неохота. С этим разобрались. Сейчас нужна супер овца. Это без вариантов. Это без вариантов. Получил. А, убил. Отлично. Фу, да уж. Двукратное превышение, плюс еще одна команда в нагрузку. Но их реально против меня было 12. Моих 4 было 12. Причем одна команда 12 была. Если бы их было несколько таких команд, да. Но пришлось бы не ныкаться и что думать. Ядрить. Мой ранг герой. В следующий раз будет две команды. 5-4. У меня 4 червяка у них. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Да, по 6 червяков на каждом. Так, мне тут сказали, что в тренировках есть какие-то испытания. Что-то я не очень понимаю. А какие испытания? Тут только начать тренировку, значит попробуем. Начальная тренировка. 50 секунд, то, чтобы уничтожить две цели при помощи гранаты. Что-то никак. А какие испытания? Тут ничего нет такого. По-моему, чувак, ты что-то перепутал. Это то же самое. Никаких испытаний тут нет. Просто не видно на черном экране, но... Как бы реально ничего нет. Только опять начать тренировку, все. Так что что-то ты, парень, путаешь. Может, или, может быть, ты это имел в виду? Возможно, мой таинственный зритель, ты просто не знаешь, что я уже прошел все эти тренировки. Из-за черного экрана просто не могу сейчас это показать, но посмотри предыдущие видео. Там все эти тренировки пройдены. Если ты, конечно, это имел в виду. А так, если ты говоришь про какую-то... Просто у меня команда, вот эта Lazy Dmitry, которая у меня есть, она шла все тренировки имеющиеся, все эти испытания в тренировках. И сейчас я их прохожу тут по второму разу. Если ты имеешь в виду, что здесь есть еще какие-то испытания, то, видимо, у тебя какая-то другая версия Вормса, потому что у меня здесь нет ничего. Вот просто опять начать тренировку, и все, больше ничего нет. Ну, либо за новую команду начинать. Больше никак. Других вариантов у меня просто нет. Вот так вот, собственно. Тут начальная тренировка, владение веревкой. То есть я это все уже проходил. Я даже знаю, на чем я срежу. Вот так. Начальная тренировка, владение гранатой, уровень 2. Но еще раз повторюсь, это все уже проходилось в предыдущих видео. Забыл двоечку поставить.
Вот теперь правильно. Так, начали огненный удар. А, забыл, честно. А, это прыжки. Да-да-да, все. Уйди ты. Ну опять он за свое. Ну ладно, вот на этих вот, господи, как его, на этих мишенях у меня вечная проблема была. Эй, первый раз вот этот вот его, ох, удар башкой, я вообще его не понимаю, блин. Да, все. Теперь не удалось подтянуть, пойдет базу тренировки, теперь начинает базу тренировку заново. Если начать все заново, так это первый уровень. Опять. Ну нет, ну что, по новой что ли все это проходить? Нахрен это надо. Ну чё уж. В общем, еще раз. Эти все тренировки на медали я проходил в предыдущих видео. Ищи, так сказать, раньше. Я их все прошел по второму разу. Еще раз это все проходить. У меня нет никакого желания от слова совсем. Не хочу. Вот так вот. Так что давайте миссии. Неприятности на горе Вормор, типа Рашмар. Группа вражеских повстанцев осаждает район одного из самых выдающихся монументов планеты. Местное правительство осуждает их действия и просит у твоего отряда профессиональной помощи. Лидер повстанцев называет себя генералом, так как прежде он командовал силами противника. Генерал — это твоя первоочередная цель. Уничтожь его, все остальные бойцы сдадутся. Ясно. И как обычно, мы вам дадим лук, 4 балки и тычок. Да? А, вот так, да? И у нас есть 3... Обалдеть! 3 гранатомета! Я херею! Ветер в харю, я херею! Ну, вы поняли. Это сейчас что было, а? Ветер в харю, я хаярю, блин. Вы что, издеваетесь? Не, вы реально угораете, а? А чем его уничтожать-то? У меня нет ничего, блин. Вы еще между собой воюете? Это любопытно. Ага. Ну я так и думал, что надо было просто с этой позиции бить. Была такая мысля. Но есть одно маленькое но. Переносить минки. А, у меня один огненный удар. Да вы угораете, а! Не, ребят, я все понимаю, но это реально бред. Куда? Что за приколы, блин? Мне просто, чтобы дойти до туда сейчас... Извините, понадобится, блин, через... Просто идеально. Шикарно. И сдули. Как это проходить, вообще непонятно. Чем часовой вообще на мине сидит, даже не двигается, блин. Давайте попробуем. У нас даже нет веревки. Ясно.
давайте. Ну сколько у меня? Две веревки, да, всего две. Блин! О, я знаю, что туда можно как-то запрыгнуть, но я не умею. Не то, что не умею, не хочу мутхаться. Ёлки-палки, наконец-то. Издеваешься? Ты заколебешь, мудила, а? Ох, чуть-чуть, а. Ваша, говорит, высокопрофессиональная команда. Вот вам 4, блядь, дохлых опоссума. Я не знаю, как это мортира в количестве 2 снарядов. Че, прикалываетесь, что ли? Убивать-то их чем, блин? Нет, серьезно, чем их убивать? Мне нечем. Гранат нет. Пропуск, ход, чё? Быстрая ходьба, да? А вот это интересно. Теоретически. Просто как вот это поле преодолевать, я вообще не понимаю. Если напрямую в часового жахать этой мортиры, ну там их всего 2, блин. Мягко говоря, странно. Да я вижу, что это моя единственная надежда. Которую толку вообще никакого. Допустим, ква. Допустим, я даже прицелюсь мортирой. Гранатометом в данном случае. Допустим, использовать быстрый ход. И толку с этого быстрого хода. Я даже не разминировал. Ой, блин. Да, геморроюшку. Да я понял, понял, отстань. Ладно, хоть смену червяков в блиндале. Хоть что-то. Это было вообще грустно. Хорошо. Хорошо. Ладно, окей. Правда, Фанки Би стоит. Очень опасно сейчас. Очень опасно. Блин, надо было еще раз проиграть. Ай, зараза! Нет?
хренька такой, я понять не могу. Че, продолжаем действовать Фанки Би? Как вариант. Нет, ты серьезно, а? Ну хотя ладно, пусть так. Он выжил, главное. Медпомощь сейчас здесь появится. Главное, чтобы этот охранник дурацкий сейчас не жахнул туда свои. Не жахнул туда чем-нибудь. Низкая гравитация. Ну, наверное... Ага, это тема, да. Как же это плохо сейчас было. Хотя бы так. Ну сейчас часовой, по-моему, ходит. Или кто? Нет, генерал. Генерал меня сейчас атакует, теоретически. Нет? Он не теоретически атаковал. Он просто атаковал. И это на самом деле охрененно. Почему он атакует охранника, я понять не могу. Что за приколы? Главное, дырку пробил к нему. Ты об этом пожалеешь. Генералу. Что он сейчас будет делать с вопросом? Он сглупил. Но не убил меня. Есть. Почти. Так правильно. Хотя, конечно, муторно получилось, просто трындец, надо признать. А кому он сказал трус? А, эти двое. Вообще, без генерала не воюют. Интересно, что в том ящике было. Ну, честно скажу, очень муторная задача. Бронзу дали. Это бронза же, да? Да, бронза. Дворец убийцы. Ну, это в следующий раз. И давайте еще одну карту. Быструю. Так сказать, удовольствие ради. О, вау. О, май. Так. Первая кровь.
Удачно. Ну ладно, пусть так. Так, принцесс Персия сейчас утонет. Без вариантов. Шикарнейшая подача. Минус один, это хорошо. Так, сейчас третий будет ходить, да? Третий тоже хорошо. Все туда слезли. Третий мы сейчас пустим Афу. Авец. Вот так, жалко, он их не сбил, конечно, по дороге. Жалко, он их не сбил по дороге. Жалко, он в них не попал по дороге. Сейчас берем четвертым червяком овцу. Давайте первым. Плюс я их там запер. Жалко, принц Чарльз прям вниз не улетел. Но это ладно. Отомстил. Но сглупил. Эхе-хе. Так, берем Банджу. Берем овецку. Овецку. Все. Ну, погоди. А, нет? Пока. Ты об этом пожалеешь. Ну, конечно, блин. 2%. Чуть пониже надо было подождать, пока она спустится. Да, ты вместе. Ты вместе страшная, лютая. Да, точно. Гори-гори, ясно. Вот так вот, жареная сосиска. И нет тебе места на земле этой. Соточку снес. Вот вам, тоните оба. И даже ни одного не потерял. Красота. Победа! А, значит, еще раз скажу. Забыл твой никнейм, чувак, короче, который там написал, что типа попроходи в тренировках испытания, что-то такое вроде бы. Так вот, все тренировки пройдены. Раньше за них совсем получены медали, они все пройдены, бла-бла-бла. Сейчас там единственное испытание, тут типа подряд проходить то же самое. Я не вижу в этом смысла. Или я тебя неправильно понял, нужно сначала еще раз пройти все то же самое, и там потом еще что-то добавится, может быть, может, ты это хочешь сказать. Короче, уточни, если будешь это смотреть, конечно. Ну, а пока что всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал, делитесь этим видео в соцсетях, друзьям о нем рассказывайте. Ссылка на плейлист на поддержку канала и на группу ВКонтакте, как обычно, в описании под видео. Ну, а пока всем пока-пока, и до встречи в следующем эпизоде нашего червячкового армагеддица. Все, всем счастливо.